Сьогодні новий день. Вистрій хочу сказати за Венецію, за іменно такі організаційні моменти. Ми зняли на материки номер в отелі. Це отель «Централь». Я потім, якщо вам буде цікаво, скину ссылку или просто напишу адрес, де вона знаходиться. Маленькі номера, але неплохі. Типу, учитывая то, що зараз сезон і ціни везде космос, то нормально. Еще прикол в том, что здесь на материке есть подземный паркинг. Он типа, ну, 10 минут от пешком от централя. Ну, моим шагом 10. Олег говорит, что 5. Ну, короче, не суть. В Венеции на машине парковаться негде. Абсолютно. И общественный транспорт стоит каких-то больших денег. Типа евро 50 на поезде, евро 50 тоже на автобус. И снова мы здесь, и я думаю, что Венеция попала в самое сердечко, и мы будем сюда приезжать. Уже в принципе это дешевле, чем в Хорватии. Утро в Италии начинается с круассанов. Thank you. Начинается с круассанов и вот, пожалуйста. Thank you. Есть идея затулиться на вот эту башню, вот эту. Вход стоит 10 евро, смотровая. Сейчас будем идти, посмотреть, что там пишут. Водка, пиво, огурец, получился рыганец. Олег и народный фольклор. Короче, я нашла парк в Венеции, который посвящен разным континентам или странам, короче, я не сильно поняла. И вот мы в него пришли, и будем сейчас что-то смотреть. Бахнет елка, уже здорово. Thank you.
хочется сказать. Очень много этих англичан, индусов, азиатов очень много. В целом, немцев, кстати, не очень много, вообще единицы, типа, мы немецкую речь, ну, есть, но не так часто, как англичане. Англичане почти через одного. Что происходит, короче, это приходит вода, потому что поднимается уровень, и вот как вчера, вот у нас есть видос вчера, затапливать, типа, площадь. Познали дзен Италии. Дзен Италии – это начинать пить с утра по чуть-чуть и садиться просто на ступеньках и смотреть на окружающих людей. Все. Это прекрасно. Я в восторге. Ну, просто посмотрите, с каким видом стоит сидеть. Как это называется? Бар-галерея. В 1985 году был построен под этот купол. Просто было два дома, три собачьи, либо купол. Сколько ты знаешь? Посмотри по сторонам. Просто гуляем. Наслаждаемся Италией. Венеция прекрасна. Но материковая часть тоже неплохо. Инсайт Венеции. Оказалось, не так просто найти ресторан, который будет специализироваться на пицце. Как сказал Олег, у нас в Германии итальянцы не стесняются написать во всю стену пицца и типа welcome в ресторан. А здесь реально, ну и честно, нет вообще нигде там каких-то вывесок типа там пиццерии или еще что-то. Нет вообще такого понятия. И вот, наверное, мы сегодня ели пиццу. Очень вкусная, правда, очень. Но это было прям не пиццерия. Прям ни разу. Ну, это был листик. Казала в понеділок, підемо разом по барвіну. Я прийшов, тебе немає. Ти казала у вівторок, поцілуєш разів сорок. Підманула, підвела. Хочеш ще завтракати? Завтракаємо вже. Вже. Наш ли базар? Это, наверное, уже возраст. В каждой стране искать базар. Вон рассаду продают. Ты ж меня подманула, ты ж меня подвела, ты ж меня молодо, с ума розуму звела. Ты ж меня подманула, ты ж меня подвела, ты ж меня молодо, с ума розуму. Так, путешествие набирает невероятных оборотов. Потому что мы уже вычекинились с отеля, побывали уже на завтраке, побывали на базаре. Сейчас мы едем в непонятном направлении, потому что мы хотели ехать в Австрию. В Австрии сейчас дождь и холод, короче, а мы хотели на кемпинг. В итоге в Австрию мы не поедем. Куда мы поедем, пока непонятно. Короче, буду держать в курсе событий. Огромный репортаж с места событий. Мы приехали в кемпинг. Он находится в Италии, на берегу моря. Что еще?
Все, палатка поставлена. Будем жить с комфортом. Ну, палатка. Ну вот мы и на море, собственно. Пожалуйста. Доброе утро, подписчики. Мы в Майами Бич. Идем куда-нибудь погулять, побродить, потому что море холодное. Ну, ноги помочить можно, может быть, и можно и окунуться. Но как-то утром был дождь, и мы решили не экспериментировать.